Доброе утро. Хотел бы рассказать о нюансах моей второй каденции. Специфика августа такова, что многие идут в отпуск. И фирмы многие закрываются прямо вот. Весь коллектив уходит в отпуск. В августе работы меньше. И конкретно у меня, моя любимая спедиторка тоже пошла в отпуск на 2 недели. И получилось так, что первую неделю я с ней ездил. Вот вы видели видео, как я развлекался в Испании в Ла Джангуэре. В Барселоне. В воскресенье я заехал во Францию. И с понедельника уже меня взяла в оборот заменяющая спедиторка. Тоже женщина. Но гораздо лучше у нас с ней были отношения. Ну, попроще женщина в плане том, в общении попроще. Попрофессиональнее в том плане, что она очень четко, корректно, качественно, ну, как бы правильно дает задания, координаты. Потому что, я не знаю, я не помню, уже рассказывал я про ту свою, тех видео, когда я там на нее жаловался. Но она, кроме всего прочего, она очень некорректно дает адреса загрузок, выгрузок. Это постоянно нужно у нее просить. Это постоянно нужно писать, списываться, дай то, дай все. Она делает просто скриншот какой-то и отправляет. Это. Я говорю, я себе Google, могу сам пофотографировать. Нет, четко, заладунок, GPS-координаты, название фирмы, адрес. Ничего на этого не дает, все время надо квесты решать. Приезжаешь на фирму, они говорят, дай номер референции. Я ей пишу, нужен номер референции. Что? А что, они спрашивают? И это она так вот по цитате так скидывает мне сообщение. Секунду, пим, секунда, пим, пим, пим. А ну ладно, у меня тут есть. И скидывает в итоге этот номер референции. Ну что сразу не написать вообще все, что знаешь? Напиши портянкой текста. И все. Нет, ну это такое. С этой, в общем, этих проблем не было. С заменяющей. Все шикарно, вежливо, спокойно. Она сразу говорит, никаких пани, меня зовут Аня. И все, в общем, работаем. И шикарно. Боже, 2 недели у меня было тоже каникул. Потому что спокойная спедиторка, без этих женских истерик, этого всего, этой шизанутости. Но стиль ее, как бы, маршрутов, построения трасс, отличался. То есть у меня прекратилась вот эта вот езда по Франции, как я рассказывал в прошлом видео. У меня добавилась Швейцария. И вот по Швейцарии хотел бы пару замечаний сделать. Я лично сам на Швейцарию никогда не работал. Один раз у меня была поездка в Швейцарию на фирме, когда я замещал водителя. То есть, ну, левая фирма. Я там одну каденцию отъездил. И все. Как бы на мою карьеру эта фирма никак не повлияла. Но, тем не менее, опыта было интересного получено. И я снял аж 3 видео. Как всегда, по каждой неделе трассы, по каждому уикенду был отдельный сюжет. И отдельный сюжет был про Швейцарию, как я проходил эти все таможни, как меня не хотели впускать в Италию и обратно не хотели впускать в Швейцарию, и я завис между 2 пограничными пунктами. Об этом есть видео на моем канале, можете ознакомиться, я там все рассказываю. Добавить к той информации, где я рассказывал, могу от следующего. Груз должен быть затаможен и растаможен, как говорится. То есть это все должно пройти через таможню. Как это выглядит на практике? Есть, в принципе, 2 варианта пересечения границы. Либо прямо непосредственно на границе. Вы приезжаете с грузом, с ЦМРками, с документами на границу. И вам надо на границе, на этом пропускном пункте, есть специальные парковки для коммерческих перевозок, для грузов. Там и тиры стоят, и бусы. Встаете, и вам надо посетить ровно 3 пункта. Первый пункт – это служба, которая делает вам отправу. Так, по-польски, по-русски, я даже не знаю, как это перевести. Которая вам вот это формирует, эти документы, которые должны сопровождать груз, с которым вы въезжаете в Швейцарию. Как правило, это почтовая служба какая-то там, DHL, у них там много этих служб разных, и вам будет сообщение, какая служба там, вплоть до скажут, какой этаж, какой кабинет, там есть специальное здание. Не на каждой границе можно совершать вот эти коммерческое проникновение в Швейцарию, есть специальные отдельные пропускные пункты, и вам экспедитор должен дать, на каком конкретно пограничном пункте вы пересекаете границу со Швейцарией. И в моем случае это было так, что я
Хотя груз был из Франции, но я въехал сначала в Германию и уже из Германии въезжал в Швейцарию, потому что именно там этот был пропускной пункт, на котором мне, в общем-то, меня пускают. Три пункта, то есть почтовая какая-то служба делает вам документы, потом с этими документами вы идете сначала к пограничнику из страны, которую вы покидаете, то есть, например, в моем случае это из Германии я въезжал в Швейцарию, значит, сначала к немцам идете, они вам ставят штамп в документах, и потом идете к швейцарцам, они тоже вам ставят штамп в документах. И когда вы въезжаете уже на шлагбауме коммерческого этого переезда, в окошко вы отдаете документы, в общем-то, вам не надо заморачиваться и запариваться, то есть вы просто с этой пачкой документов все время ходите, и вас там что-то заберут, что-то дадут, и все, что у вас осталось в руках, вы с этим едете уже в Швейцарию, заезжаете и там едете на разгрузку. Тот же принцип обратно, если вы в Швейцарии загрузились, вы приехали на пограничный пункт, встали на парковку коммерческую. Вот это тоже важно не пропустить, не, как говорится, не провтыкать. Потому что, когда вы едете, то часто этот перед границей, задолго как бы перед самой этой чертой, будет съезд на коммерческий терминал. Вы должны это фиксировать. В своей, как говорится, быть внимательным, вот как я расскажу, как у меня это было. И так же самое, вы из Швейцарии выезжаете, приехали, встали на парковочку, идете в почтовую службу, которую вам указал ваш спедитор, там документы вам готовят, вы можете что-то подождать, в основном это пару минут, может час, по-разному. Там это все проштамповали, опять вы с этими документами сначала теперь уже первую швейцарскую страну, которую вы покидаете, вам там поставили все печати или поменяли какие-то документы, что-то забрали, в общем, там совершили операцию и на страну въезда, Германию, там вам совершили эти вот. И опять вы выезжаете на шлагбауме, отдали все, что у вас хотят забрать, забрали, и все, вы заехали в Германию там и дальше едете куда вам надо. Это вот один принцип работы, самый, основной. У меня было чуть-чуть отличие. То есть я загрузился в районе Парижа, и у меня отправа, то есть это вот подготовка документов, была в таможенной службе, не на границе, а непосредственно в Париже, в районе аэропорта Орли. Мне дали адрес, и тут тоже, я уже такое совершал много раз, когда надо растаможить груз, или затаможить, я уже не понимаю этих терминов, затаможить, растаможить, в общем, надо пройти таможню. Цоль по-немецки, цло по-польски, дуаны по-французски. Как правило, эти таможенные службы находятся на территории больших логистических компаний, где куча этих терминалов, где грузят эти тиры, вот встали там на парковку, пошли в окошко к этим дуанам. В общем, там все вам рассказали. В моем случае мне там сказали, что вот есть женщина, говорящая по-польски, дали ее имя. Я там пришел в окошко, говорю, пани Зося, там, канцумир. И она мне рассказала, в общем, сиди, жди, где-то часа 3-4 поедет коллега, кто-то отвезет эти документы и будет там их регистрировать. А у тебя есть время ждать. Я нашел такую хорошую тень, встал туда бусом. На этих службах, этих таможенных, вот на ваших экранах я вам сейчас покажу, там есть душевые, там туалеты, умывальники, автоматы с закусками, такие эти там батончики всякие, там это всякая эта шняга. То есть там, в общем-то, есть возможность, относительно комфортно ожидать это все. То есть я там помылся, привел себя в порядок, поел, лег спать и спал себе в бусе, ждал там это, часа 4, я не помню. В общем, я выспался уже, все, мне в 5 вечера мне дзенькнули, что документы готовы. И вот я под Парижем их, вот в этом местности Орли, я забрал документы, и у меня выгрузка в Швейцарии. И тут тоже были нюансы, потому что выгрузка как бы ночью, в 5 утра она мне говорит, там, в 5 утра. Я ей говорю, я с ней так вежливо, но, в общем-то, говорю, это не, я в Пьонтерану, я буду спать, все такое. А она так, ей крыть нечем, так. Я потом смотрю, что я сейчас выеду, в принципе, я выспался, я сейчас выйду, я спокойно где-то доеду до 12 ночи, я доеду до границы с Швейцарией. А там в околицах Берна, это очень рядом от границы. Я ей звоню, говорю, можно я туда приеду раньше, где-то в час приеду, в два. Она говорит, да, без проблем, они там работают целодобово. Разгрузишься, говорит, и типа отдыхай, а завтра я тебя раньше 10 утра трогать не буду, буду искать тебе на обед возврат. Ну, я как так
послушал, говорю, ну, понимаешь, что человек как-то так нормально, с пониманием относится. Я говорю, ну, без проблем, я тогда еду, выгружусь, или ложусь спать, и завтра там уже будет день, будет пища. Я доехал, она мне указала четко, дала координаты. Вот едешь сюда, на этой трассе, на эту трассу выходишь, вот тут, в этой точке. Но я ее знал, это с Мелузы. Когда въезжаешь в Германию, то как бы в Германию пошел налево, а то на Базель пошел направо. Я там уже ездил массу раз. Выехал, заехал, купил винету. Обязательно в Швейцарии должна быть винета. 42 евро она стоит календарный год. То есть, если вы в январе покупаете, то она вам 42 евро и она на целый год. А если вы, как я, купили ее в августе, то она вам, соответственно, на полгода. Но тоже 42 евро. То есть, ну, неудобно. Но, опять же, это не моя трата, это трата фирмы. Купил винету, наклеил и приехал на границу. А она меня предупредила. Поскольку у меня отправа у меня была в Париже, то она говорит, ни в коем случае не заезжай ни на какие коммерческие терминалы, а едешь просто. И я заехал, это было уже по 12 ночи, пустая граница, нету машин, там какой-то бус стоит, там какой-то кемпер стоит. Я прямо вот так вот ехал, чуть так на обочину съехал, прямо под это там такой. Сначала к швейцарцу он тыкнулся, говорит, иди сначала к немцу. Я хорошо, через дорогу зашел к немцу, никого нету, ночь, тишина, сидят эти в окошках эти офицеры. Я вот, он мне шлеп, я обратно к швейцарцу, он мне шлеп. Я говорю, что-то еще нужно? Он говорит, нет, все, едь. Все, отлично. Я сел, там за час доехал до адреса. Ну и вот это вот эти нюансы по Швейцарии. Дальше уже я вам расскажу. Только что я приехал из Швейцарии. Вчера ночью там у меня была выгрузка. Ну вот разница, это я в Германии. Место, какая-то индустриальная зона. Короче, тут у меня фирма выгрузка завтра. Стой не хочу. Охранник говорит, вот туда отъедь, там стой, тут какие-то фуры стоят вдоль дороги. В Швейцарии так нет. Я разгрузился в 4 утра. Встал где-то за какой-то фурой, прибегает, стучит. Уезжай. Короче, в этих индустриальных зонах нигде не запаркуешься. Везде запретные знаки, везде все поделено, все расчерчено. Германия тоже, в общем-то, страна такая с репутацией порядка и жесткого контроля. Но тут хоть можно где встать, березки. Солнце садится красное, как холодильник. И тут можно себе приготовить еду и поспать спокойно. Не метаться по трассам, искать паркинг. Эта каденция у меня под эгидой все могло бы сложиться лучше. Каждая ситуация, какая у меня была в этой каденции. В общем-то сейчас экватор, половина отъездил. Надеюсь, вторая половина будет лучше. Каждая ситуация могла быть лучше. Могла быть лучше, а складывается всегда худший вариант. Ну, не настолько трагичный, как я уже рассказывал. Это, конечно, не трагедия, но в Швейцарию выгрузка. Она говорит, как только так сразу. ASAP. В общем, едешь без пошредню. Говорит, они работают целодубово. Это почта, это, короче. Очень быстро я прошел эту контроль на таможне. Там печать, все, ехай. От границы с Германией до адреса тоже не меньше часа. Под Берном, где погиб профессор Плейшнер. Приехал, офис открыто, все, тетка работает, что-то сидит, это где-то почти 2 часа ночи. Я говорю, разгрузка, она говорит, нет, с 5 утра. Я говорю, та елы-палы, ну 3 коробочки. Нет, с 5 утра. Я встал под офисом, лег спать. Благо, уже там не жарко. И вот это я провалился в сон, бух-бух-бух, обладан. Смотрю на часы, 4:30, то есть я проспал, ну, максимум 2 часа. У меня какое-то такое состояние, вылез я из машины, еще не сразу понял, где мне этот обладан. Ну, сколько, 5 минут меня выгрузили. Расшнуровал, 3 коробочки выкинул, зашнуровал, документы подписали, куда спать ехать. Это я носился по индустриальной зоне, а еще ж плохо соображаю, ночь это все. А еще, кто знает, интернет выключен, только GPS-навигатор, забил паркинг, какой-то мне паркинг показало, там где-то 6 километров, думаю, еду. Выехал на трассу, проехал буквально 2 километра и съезд на паркинг. Заехал, и место было для меня, встал. Лег спать и до 10, где-то до 11 спал. Дальше поехал на загрузку. Ну давай срочно едь на загрузку. Все, приехал, жди обед. Ну короче, я потом еще расскажу, потому что сейчас уже сил нету ничего рассказывать. Возврат из Швейцарии тоже был интересный. Приехал я на загрузку, срочно-срочно мне сказали, и жди час обеда там. Подъехал, там был еще водитель, весьма неадекватный парень. Ну, не буду его осуждать. С водителем мне пришлось пересечься, вместе мы ехали, везли один и тот же груз. То у человека в голове я, но эти высказывания просто Армагеддон. Я человека ввел в логический или не знаю в какой тупик,
потому что он начал там, причем сходу, не вот многие люди, я, может, отдельно видео запишу на эту тему, вот встречаю водителя там на паркинге, и сходу мне начинают какие-то политические задвигать, какие-то идеи, какие-то там, какие-то лозунги. Этот тоже там начал, что там все русские должны сдохнуть, там все, причем человек говорит на русском языке. И я так что-то его слушал, ну, вынужден, сидим и ждем загрузки. И я говорю, ну, а что ты, ну, вот я русский, ты что ж, давай, мочи. Он говорит, как ты русский, ты ж с Украины. Я говорю, ну, вот, представляешь, не все русские россияне и не все россияне русские. Казалось бы, очевидные вещи говорю. Например, чеченец, он россиянин, но он не русский. И у него перегорели схемы в голове. Он завис. Я говорит, я никогда так такого оборота не слышал. Говорит, никому не признавайся в Польше, что ты русский, тебя убьют. Что ты плетешь? Поляки вообще слабо различают. Не то, что слабо, вообще не различают разницу между русским и украинским языком. Ну, короче, это просто жесть. Что у людей в голове творится? Поток сознания какого-то бреда. Вот, советские солдаты. Всех насиловали, там, всех убивали. Ну, там, короче, вот немцы такие порядочные, а советские солдаты такие всех насиловали. Я говорю, ну, в советской армии, говорю, и украинцы были. Значит, они, он говорит, украинцев не было в советской армии. Украинцы были в УПА. А в советской армии были только русские. Представляете, человеку где-то там, не знаю, сколько лет, 30, может быть. Что у него в голове? И вот такие ходят, а их масса, их много. Они ходят, что-то говорят, что-то делают. Какие-то выводы, какие-то причинно-следственные связи. У них происходит какое-то движение с точки А в точку Б. Сейчас так народ оболванивают. Везде. Казалось бы, какая разница? Он говорит, термина такого нету, Великая Отечественная война. Я говорю, видишь, ты три слова произнес в определенном порядке. Великая Отечественная война. Это термин. И ты его произнес. Если ты его произносишь, значит, он есть. Нет, его нету. Я говорю, начало Второй мировой войны и начало Великой Отечественной войны не совпадает. Конец Второй мировой войны и конец Великой Отечественной войны не совпадают. Было государство, которого теперь нет. У этого государства был этот термин в обиходе. Война, в котором это государство участвовало и победило. Теперь этого государства нет. Поэтому у поляков свои термины, а у Советского Союза были свои термины. Казалось бы. Какая разница? Получилось, что я ему в помощь, потому что он приехал грузиться, а у него получается перегруз, и я часть груза должен себе забрать. Получается так, что у нас одна ЦМР, как бы один адрес destination, доставки, а два буса. Ну, в общем, наконец-то мы загрузились, а я полностью от него завишу, потому что я не знаю ни координат, ничего не знаю, куда ехать, как ехать, зачем и тому подобное, на какую таможню ехать. И он мне дает просто координаты вбить паркинга на таможне, где я должен встать, и мы идем растамаживаться или затамаживаться. На таможне, короче. Моя была ошибка, что я поехал вперед. Надо было все-таки плестись за ним, а я думаю, ну, что я буду его ждать? У него зашитый бус, он больше 90 км в час не едет. Ну, я, соответственно, могу быстрее. Я уже про коммерческие терминалы рассказал вам, вы понимаете, о чем речь. И я еду, смотрю, у меня ведет туда, а коммерческий терминал вот сюда пошел. Ну, я думаю, ну, он же адекватный парень, дает мне координаты. Причем, когда мы забивали, показалось, что координаты эти уже в Германии. При нем мы забивали, там все показал. Заехал в Германию и четко по координатам встал на паркинге в Германии. И по интуиции своей понимаю, что я... Ну, не туда я заехал, стопудово. Закрыл бус и иду обратно в Швейцарию. И где-то там я, усмотрел, вижу его бус. Куда-то поехал. Ну, а он как раз конкретно, четко поехал на коммерческий терминал. Я к нему прихожу, говорю, ну, что так? Он, что ты, надо было это? Вот, я говорю, а как я должен был догадаться? Ты мне дал координаты. Ты видел, как я вбиваю Германию. Да, у меня тоже Германия, но, короче, ну, такой человек, ну, попался мне. Ну, неважно. Ну, и мы начинаем с ним ходить, это все... Там, регистрировать. Я за ним хожу, потому что у него вся информация как хвостик. Ну вот хожу я с ним. Хожу. В общем, все это я говорю. Ну а что, машина там? Говорит, я не знаю, я буду сейчас выяснять. Со своим экспедитором. Он звонит этому экспедитору. А у него такой польский. Это вот когда украинцы приезжают в Польшу, и они начинают учить язык. И первое, что они делают, они дальше говорят на украинском или на русском, но через слово вставляют любимое польское слово, которое на «ку» начинается, на «ва» заканчивается. С этим экспедитором ничего они никак решить не могут, потому что бус у меня уже в Германии, а я с документами здесь. Нам дали все растаможили, нам дали все документы, мы сходили на швейцарскую, поставили печать на
немецкую поставили печать, и нам теперь надо с этими документами проехать через терминал, через шлагбаум, как бы въехать официально в Германию с грузом. И он, несмотря на то, что это его груз, это как бы его, ну, как бы я ему помогаю, он просто взял, отморозился, сел на свой бус и уехал. Делай, что хочешь. А этот грозит штрафом. Я не знаю, кому этот штраф, то ли водителю, то ли фирме, то ли той фирме, которой вот мы, то ли его фирме, я не знаю, честно скажу. Плюс ко всему, я расскажу, почему это было в другом видео, но у меня в эту каденцию с собой не было моего паспорта. Я весь месяц отъездил без паспорта на руках, и мне ни разу его не спрашивали. Да и, в общем-то, до этого ни разу не спрашивали. Ну, я не рекомендую вам ездить без паспорта, но я ездил без паспорта. Мне не было паспорта с собой, только карта побыта. И у меня еще на фоне отсутствия паспорта, я понимаю, что как-то, ну, довольно неприятная ситуация. Что мне делать? Плюс к этому всему, мне рассказал водитель, как его в Швейцарии свели на контроль, трясли весь бус, общий шмон всего буса, кабины, пландеки, ящиков, всего-всего, снимали колеса, проверяли техническое состояние буса, износ тормозных колодок, там шланги, ну полный шмон был, то есть у него такой вот шмон, а у меня даже паспорт не спросили. Вот я на фоне этого всего, ну я иду, короче, к терминалу, через который я должен проехать. А шо мне, за спрос не застрелят. Подхожу к этому офицеру, говорю, там, excuse me, говорю, у меня проблема. Говорит, вот мои, говорю, вот мои документы. Он берет документы, говорит, да, все, класс, все есть, все чудесно. Я говорю, проблема в том, что, я говорю, я заблудился, и мой бус уже там. И показываю ему, а его видно так, ну, где-то, не знаю, метров 500, но там он стоит на парковке, его видно. Я говорю, вон мой бус, вон вот там мой бус. Он так смотрит, говорит, вот это тут такой серым тентом. Я говорю, да, это он, сори, заблудился. Он говорит, да хорошо. Взял все, что ему надо, счастливой дороги. Вот так я прошел таможню. Слава богу, что все хорошо. Могло быть, наверное, и хуже. Потом я этого водителя искал. Это моя экспедиторка говорит, вы должны ехать вместе. А я, опять же, по неопытности с этой Швейцарии забиваю. А у меня в навигации я не могу включить просто виньеты там или все виньеты выключить. Мне надо каждую виньету включать ее. То есть, если у меня есть чешская виньета, я включаю. У меня есть чешская виньета. И тогда навигация меня ведет по Чехии, по платным дорогам. Когда я купил швейцарскую виньету, у меня включилась Швейцария. И когда я забиваю, например, адрес в Германии, то мой навигатор, он же интеллектом не обладает, он меня может провести так, что мне надо въехать в Швейцарию самым коротким путем, потом выехать и транзитом проскочить как бы в Германию. А это категорически запрещено. А я, поскольку у меня по Швейцарии никогда виньет не было, и, ну и вообще, то я немножко этот аспект выпустил из головы. То есть надо, когда забиваете маршрут, посмотреть сам маршрут, где он пролагает. А кто пользуется Waze, тот знает, что карта там у него не самая лучшая по визуализации. Там вообще не видно этих, ни границ, ни вообще где ты едешь. Так видно саму эту трассу. И я влупил, да и поехал. Ну и получилось, так еду вдруг за поворот заезжаю, херак, я в Швейцарии. Пока, срочно выключаю интернет, все выключаю, потому что это там секунду, у тебя все деньги снимут. И думаю, что делать, проскочить транзитом или что? Мне спедиторка звонит, выезжай. Я говорю, ну ладно, как говорится, развернулся. Где-то 10 минут я был в Швейцарии, снял где-то у меня, пока я не успел выключить, где-то 70 злотых. В общем, выехал из Швейцарии, выключил потом эту виньету у себя в навигации. Но были приключения, короче, с этой Швейцарией у меня. Я такие истории уже слышал, у нас водитель на старой фирме тоже так через Швейцарию пропетлял. У него как раз другая система была, у него на iGo, там включаешь как раз все виньеты, то есть ему надо было в Чехии. А там в iGo нет возможности отдельные виньеты включить-выключить. Там или у тебя есть виньеты на все. И он тоже с Франции, как через Швейцарию, прошерстил. Как бы сам проезд, ничего страшного, потому что пустые, то есть открытые границы, там ничего нету. Но тебя, если на контроле где-то сведут, то это все. Там такие штрафы, что мама не горюй. Вот это что касается Швейцарии. Я вот выехал, и вот на этом паркинги в Германии после этих дебильных правил швейцарских. Паркинги маленькие. Вот это я заехал для ночевки. Там такой паркинг, пиццик такой. Я еще рассказал, что было место мне встать. Встал вот и спал там. Это очень, очень маленькие там места для отдыха. Есть такие паркинги, где у тебя лимитированное время. Ты можешь постоять там, вот днем можешь, ночью нельзя. Или наоборот, только ночью можешь, днем должен свалить. Такой менингит по этой Швейцарии работать. И моя любимая спедиторка говорит, я на Швейцарию не езжу. Ну, то есть она на Швейцарию грузы не берет, потому что она говорит, мне это вся эта заморочка с растаможками, я этого не хочу. И в итоге я поехал, когда замещала это вот временная спедиторка,
И, по сути, я не знаю, выгодно ли было шефу, потому что 42 евро мы, по сути, заплатили за одну поездку просто в Швейцарию. Ну, наверное, было выгодно. И уже, как выехал из Швейцарии, в следующем видео, следующие приключения. Пока!